Сегодня я хочу показать вам, как я борюсь с светофторой, дёшево и сердито. Сегодня утром по мокрой земле я покормила помидоры. У меня стоит с навозом и с одуванчиками, я делаю настой натуральный. Развожу с водой, я их подкормила под корень. А сейчас дело ближется к вечеру, и я буду обрызгивать помидоры от фитофторы дешево и сердито. Смотрите, вот у меня ведро. Я делаю творог, у меня осталась сыворотка. Выливаю сюда литр сыворотки. И сейчас налью воды с ванной. Вот этот способ, чем он хорош, что не надо процеживать и так далее. Вот прям с ванной наливаю воду. Это были дожди, и у нас вода налилась в ванную. Вот смотрите, помешаю и в это же ведро добавляю 15 капелек йода. Смотрите. Вот так. Все, йод добавлен. Это я делаю всегда. Размешиваю. Вот теперь осталось только обрызгать помидоры. А как же это я делаю? Я делаю уже на протяжении 3 лет. Очень просто. Смотрите, я пойду сейчас и покажу вам, как это делается. Вот здесь у меня помидорки. Видите, я их подкормила. А вот так, чтобы не... Вот и все. И захватывается. Вот, смотрите. Не надо, не протяжать ничего. Все. Раз в 2 недели у нас обещают опять дожди, и я боюсь, что как-то мои помидорки начали болеть фитофторой. А сыворотка у меня всегда есть, мы сами делаем творожок. И смотрите, быстро, не надо заправлять вот этот брызгающий, я уже тогда и процедить придется. Смотрите, какие у меня помидорчики уже стали. Вы видели, я вам показывала рассадку. Пойдемте еще в одну. Вот эти помидоры, смотрите, какие хорошие. Они посажены пораньше. И смотрите, я тоже самое. Тоже самое. Вот, и на землю попадают. Смотрите, какие хорошие помидорчики получились. Вовремя я их посадила. Дожди идут, и вот мне все. Вот это надо до дождя поработать. Потому что если это будет дождливое, то сами знаете, что надо с фитофторой начинать бороться уже на этом этапе. Вот смотрите, я рассказала вам, как можно просто, элементарно бороться от фитофторы. Только единственное, хотя бы раз в 1,5 недели, в 2, надо делать этот метод. Вот я сейчас уже на протяжении лет 5, у меня фитофторы нет на помидорах. Поэтому, если вам понравился этот метод, ставьте лайки, пробуйте и подписывайтесь. Жизнь же продолжается. Всем пока, до скорости.